У нас, представляете, утащили шины. Не успела заснять. Вот тут вот они лежат, две шины. Какой-то он мужчина. А вот здесь вот, вот тут видно, вот они. Расковырял, лежали шины с цветочками, летом там цветочки. Четыре шины. Вот две вот тут расковырял, туда к себе унес. И вот тут еще две лежали, унес туда. Вот так вот среди белого дня воруют шины. Старые шины. Своровали. Не знаю, может, что-то тут будто делать, но не знаю. Он забрал их к себе, ушел туда в соседний подъезд и даже туда к себе поднялся. То есть не на помойку. Помойка у нас вот с той стороны находится. Короче, так вот. Даже вообще не ожидали. Смотрю, ковыряется мужик с шинами. Думаю, ба, сажать, что-то собрался. Нет. Украли. То вот у нас тут было раскопки, щебенку воровали по ночам. То землю привезли, землю воровали. У нас сегодня снег. Пятый снег. И сейчас вот он ушел туда. Сейчас наверняка где-нибудь еще там стащит шины, соберет их все вместе. И утащит к себе домой. Дома цветник сделает. Цветы? Угу. Пятый снег пошел метелью. Какая красота! Знаете, вот я люблю, когда снег, много-много снега выпадет, когда на земле много снега и на деревьях много снега. И так красиво, в лесу особенно. Может быть, кстати, в этом году я хочу выехать с вами в лес, куда-нибудь на такси, вызвать такси. И куда-нибудь у нас парки есть, они с деревьями, да, Дим? Парк Гагарина ты хочешь? Да. Говоришь? Парк Гагарина или вот загородный парк, там побольше деревьев. Ну там, правда, деревья, конечно, огромные. Высокие. Высокие пилы. Есть еще один, кстати, парк. Лесопарк. Он от нас находится в другом конце города. Где-то от нас до него 16 километров. О, синичка прилетела. 16 километров. Это получается где-то 250-300 рублей на такси только в одну сторону. Конечно, это очень дорого. Чтобы съездить в лес вот так вот. Потому что сейчас на транспорте не поедешь уже. Почему? Ну, в Москве очень тяжело ехать в транспорте. И зимой тяжело ехать в транспорте. И летом тяжело. Летом, потому что жарко. Зимой, потому что дышать не о чем. Какая красота. Окна, правда, у нас грязные прям. Надо помыть окна. Вон там красиво у нас все закопали. Да? Снегопад, снегопад, снегопад. Вот теперь вот мне зимы хочется. Когда снега появляется много, мне хочется зимы. Ветер там, смотри, еще. Кстати, вот я не люблю гулять на улице, когда снегопад или когда дождь. Все у тебя там вокруг лица мокрое. Особенно, когда еще мех у тебя, воротник меховой. Он становится весь мокрый, волосы эти прилипают. Прямо не люблю. На лице все мокро, потом ветром обдает. А, смотри, цементом. Они там столб делают. У нас во время раскопок. Тут что-то почище. Вон, цемент, цемент, цемент. Блин, все окна грязные. Дим, вот ты все окна пообляпывал. Где тут? Не видно. А, во, нашла. О, цемент, смотри-ка. А я думаю, неужели не буду заливать? Думаю, неужели дырка такая длинная? Думаю, и столб такой длинный, что он там будет держаться даже. А буду заливать.